Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, давай-ка посмотрим, у нас эволюция здесь прошла. Замечательно. Ну что, анкилодок, давай-ка мы тебя прокачаем чуть-чуть. Так, новый уровень. На рынок. Ну, это понятно, что на рынок, но сначала все-таки вот здесь еще вкачаем тебе до 20 уровня. Так, теперь на рынок. Сколько у нас? 444 ДНК. Нет, парень, пока у нас не получится тебя дальше прокачивать, потому что мы даже не сможем тебя купить. Так, здесь у нас... Ага, Птернодон созрел. Так, пускай он тут сидит у нас и не пыхтит. Так, здесь закупим еды. Ага, вот как раз у нас, ребята, анкилодок-то готовенький был. Так что давай-ка. И сразу на улучшение, ребят. Сразу на улучшение. Через 4 часа попробуем его прокачать до 20 уровня. А там уже будет видно, что нам дальше сделать. Ну, естественно, хочу его до 40-ки прокачать. Понятное дело. Так, получаем 30 тысяч еды. Больше пока здесь нам ловить нечего. Так, что у нас тут? Еженедельно ничего нету. И здесь, кстати, тоже ничего нету на сезоне. Хотя показывалось, вроде бы как что-то есть. Смотри, видишь, забрать. А что тут забрать-то? Я не вижу. Чего вы мне тут свистите? Я ничего забрать не могу. Ладно, суть не в этом. У нас еще тут велоцираптор же, да? Мод 2. Специально, ребята, хочу из него сделать 30-ку. Но это будет, естественно, все позже. Так, а теперь давай смотреть, что у нас по ежедневным событиям. Так, легендарные. Схватка редких. Слушай, награды шикарные. А что, только легендарки будут участвовать, да, в поединках? Метриофадон, Индоминус Рекс, мод 2, Никисла и Остапозавр. Слушай, ребят, наверное, я, знаете, что сделаю? Я пойду, во, дрожь земли проходить. Дрожь земли. Ну что, начнем, наверное, с простецких, с начальных. Я не знаю, сколько событий это идет у нас. Ну, давай возьмем Кулазуха для начала, Скафагната и Димитродона. Если битва это идет давно, то сейчас мне, конечно же, выпадут жесткие товарищи. А если она... Понятно, значит, игра свежак. Событие свежак, потому что мне дали самых простецких, как ты видишь. Драконов? Тьфу ты, драконов, динозавров. Ну, например, Лимносцелис. Я его просто сейчас с удара вырублю. Понимаешь? Вот и все. Так, выходит Майнингозавр. Ну, это, ребята, потенциальная жертва. Сразу же причем. Сейчас мы его также хвостиком бульк, и все, и он пойдет. Ага, меняется. Но даже если тот же он взял, все равно, ребята, толку от этого ноль. Даже тут мы его пробиваем. Так, тот же рухнул. Ну вот и Майнингозавр опять же вернулся к нам сюда. Свеженький, с пылу с жару, как говорится, готов получить от меня тепленьких звездюлей. Ну давай, давай, хватит там рычать. Все, покричал. Господи, как ты меня напугал-то, а? Аж целых 20 единиц урона нанес. На тебе в ответочку, чтобы не крякал больше здесь. Все, друзья, проще пареной репы. Ну, это начало, поэтому ни для кого не секрет, что все здесь будет проходить пока на изи. Мы перешли в добычки, 94 ранг. Слабовато мы идем. Лига добычи. Что же нам выпадет? А выпадает нам хавчик в размере 16 тысяч. Так, ну что, если у нас начало такое простенькое, значит, ребят, мы возьмем микропозавра, астафрикозавра и, наверное, анкилозавра. Вот я думаю, может быть, баксы не стоит все-таки тратить, а за рекламу смотреть, а, ребят?
Потом просто запариваешься это все вырезать, редактировать. Мне проще вот так вот. Стегоцефал и афиакадон. Что тебе могу сказать? Что, в принципе, здесь будет битва вообще легче паленой репы. Микропозавр вырубает сразу же стегоцефала. Афиакадон. Ну, та же самая участь его ждет, поверь мне. Он у нас хищник, а мы рептилии, поэтому у нас преимущество классовое идет. Так что давай влупим по полной... Ах ты жук. Он думает, что это ему как-то поможет? Ну ладно. Если он в защите простоял, то он думает, что это ему как-то может помочь. Я тебе сразу скажу, что нифига подобного. Это его не выручит. И то, что он мне ему нанес 28 единиц урона, это только он меня разгневал. Вот видишь, чем все заканчивается. Тирана-титан 10 уровня. Ну давай, тирана-титан. Будем сейчас с тобой тут тоже разбираться. Так, атакует. И следом получает ответочку. Давай, ребят, накатим ему. Ну вот и все. Но я сомневаюсь, конечно, что мы сейчас перейдем в следующую лигу. Потому что у нас была 94-я позиция. Ну, может быть, 50-ю-то займем. 39-я даже. Ну, неплохо, неплохо. Что же нам тут выпадет? Опять еда. 16125. Продолжение схватки. Значит, у нас пока легкий враг идет. Возьму Птеранодона, Саркозуха и... Мне, наверное, нужен хищник все-таки. Да? Или... Ну вот, велоцираптор можно взять. Правда... Он слабенький, 20 уровня. Плюс эти-то хоть мини-легендарки, а этот у нас обычный идет. Поэтому рассчитывать на его силу, конечно, тут не стоит. Ох, ёк, макарёк. А тут уже гибриды пошли. А это, ребята, очень плохо. Это очень плохо. Неужели две атаки сейчас пропишет, а? А он может. Карнораптор-то этот. Не с... Так, он поменялся. Центрозавра взял. Может быть, с одной стороны, хорошо это. Сколько ты наносишь у нас? Блин. А он потом возьмет этого, да? Я просто чую, ребята, что он возьмет их тестегу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И... Ударять не стал. Ну что ж, тогда все, ребята, берем нашего Птеранодона и, наверное... И, наверное, вырубаем его по полной. Да. Надо радоваться рано, потому что сейчас мне Центаузавр пропишет. Ну, как минимум, ему... Одну атаку надо потратить. Одну атаку. Да, что-то я, конечно, попал тут. Как-то не очень хорошо. В немилость, я бы так сказал бы даже. Угу. Раз, два, раз. Посмотрим. О-хо-хо-хо, 7. Что, будешь тратить все абсолютно? Он, ребята, все тратит. Понятное дело, рубает. А вот как мы теперь будем? 846 хп. Давай так попробуем. Понятное дело, что здесь вырубаем. А вот что нам делать? 110. Даже если он сейчас все потратит в атаку.
Слушай, я не знаю, если он все потратит, сможет ли он меня пробить. Наверное, сможет, ребят. А так нет. Так, у него не получилось. Ну что ж, тогда все, друзья. Все, ему трындец. Я даже удивлен, что у нас все получилось. Офигеть. Уже гибридов сюда воткнули, а? Ты посмотри. Я, значит, беру специально слабеньких. А они мне, видишь, какую гадость делают. Но зато мы сразу уже перебрались на выживших. Так, ладно. Они меня разозлили. 75 ДНК, всего лишь 75 ДНК, от которых мне ни холодно, ни жарко. Значит, по гибридам, да, вы пошли? Возьмем Карнораптора. Возьму Лабиринтозавра и возьму Ютирануса. Давай так вот посмотрим. Ой, блин, зачем я взял Ютирануса? Это же хищник, у меня же Карнораптор есть. Слушай, а с одной стороны даже очень хорошо получилось. Очень выгодно. Так, ну что, пахицефалозавра вырубаем с одной плюшки сразу же. Так, и вот он, капразух. Слушай, ну у него атака не такая уж мощная. 57 урона всего лишь наносит. Я думаю, это фигня полная. Он сейчас простоит. Да, он простоял специально, я возьму, сделаю его так вот. Ах ты, жук ты навозный. Все равно не пробьешь. Все равно у тебя ничего не получится. Как бы ты там не пыхтел. Так, ну а я думаю, что пора влупить ему. Замечательно. Ну и остается у нас Трицератопс. У него вообще 30 к атаке, 6 очков действий. То есть даже если он все спустит на атаку, он меня не сможет пробить, ребят. А я попробую. Да, он один удар пропускает, а у него всего лишь хпшек. У него хп меньше, чем у меня на один удар было, прикинь. То есть, соответственно, он пропустил очень много очков действий, и мы его наказали за это. А вот тут, я смотрю, у нас продвижение идет тяжело, в 25% лучших игроков. Твою налево, блин, ну был же шанс, ну вот. Эта рулетка, она просто непредсказуемая. Она непредсказуемая. Так, а Маргозавра возьму. Алангозавра. А Маргозавр, Алангозавр и, наверное, Скафагната. Надеюсь, что сейчас не особо такие будут мощные противники. В принципе, нормально. Так, Аморгозавр против Диплодока. Диплодок 24 уровня. Сейчас будем смотреть. Я, в принципе, могу взять Алангозавра и всех уничтожить. Всех, кто у него там будет, смогу их пробить. Он пропустит ход. Я не удивлен этому. Ну что, поехали. Вырубаем сразу же. Так, сейчас посмотрим, сколько у их тести. О, 180 к урону. Серьезная заявка. Блин, посмотри, какая их тестега все-таки, ребята, мощная. Вот я смотрю, несмотря на то, что у нее 4 уровень, она вообще там вся больная, косая, хромая. Она очень много бьет. Так, вырубили. Ну и остается у нас Афиакадон. Рискнет? Рискнет ли он все потратить? Ему терять-то все равно нечего. Ну все, парень. Сколько у него? У него 138 здоровья. Наш травоядник уничтожает хищника. Прикинь? Да. Вот тебе и весь Афиакадон.
Блин, а мне нравятся вот эти вот шипы, которые у армагозавра вдоль шеи идут. Так, ну что же, мы переходим на 59-ю позицию. А здесь мы получаем... Блин, лучше бы 20 баксов дали бы мне. Так, подожди секундочку, я сейчас здесь отправлю ООН и вот тут вот заберу награды. Кстати, откройте наборы карточек. Ускорение, сделки. Давай-ка сделки мы завершим. В начале боя. Так, вы перемешиваете, я не хочу менять. Давай что-нибудь вот это вот. Очки доверия на баксы. Вот это можно. 175 очков доверия на 139 долларов. Это, я считаю, выгодная сделка, ребят. Монеты на ДНК не буду. Что-то как-то неохота. Ну ладно. Нет, неохота. Вот это можно. Так, и что у нас тут? Дедикуруса на хавчик? Серьезно, что ли? Давай, наверное, вот это вот поменяю. В перемешку. Не особо-то хороший мод, если честно. Хоть он и легендарный. Так, собрать моды. Давай теперь будем собирать моды. За деньги. Поехали. Дайте мне, пожалуйста, пак модов. Да ладно, серьезно, что ли? Эх, жалко, я не взял это, да, ребят? Пак редких. Было бы вообще прикольно бы. Ладно, давай. А тут я не вижу, чтобы пак был. Тут его не было. Так, и последний. Слушай, а зачем я так делаю, ребята? Мы же с вами пак нашли, нам три мода выпало, все. Ой, Рэй, ты опять тупишь. Забрали. И это тоже мы забрали. У нас остается лишь ускорение использовать. Использовать три разных класса животных. На водных и на канозойке. В общем, все по стандарту. Так, кайнозойка, значит, да? Ну, давай в кайнозойку. Раз, два, три. Быстренько с вами отыграем, чтобы оно не висело у нас, как говорится, этим грузом. И надо будет еще три ускорения завершить. Ускорение мы сделаем, наверное, в инкубаторе. Ну что, кого нам там предоставите? Как всегда, наверное, сумчатый лев будет, да? О, нет, сумчатого льва нету. Так, у нас преимущество идет классовое. Он, наверное, поменяется. Конечно же он поменяется. А я, наверное, сделаю вот так. Я хочу сейчас взять Телокосмила и уничтожить. Раз, два, три. Ах ты, жук навозный. Ладно, хорошо, он взял две защиты. Ему придется в любом случае сейчас меняться на вот этого Глиптодона. Или же на Архиофициона, потому что... Чего? Чего? Он этого не стал делать. Раз, два, три. Вырубаем тогда его. Так, а у этого преимущество перед нами? Нет, наоборот, слабость. Ну тогда я скажу, что все, ребята, наверное, мы здесь победим. Вряд ли тут Глиптодон сейчас что-то будет делать. Я же говорил, что ничего не буду делать. А мы сделаем вот так вот. Зачем? А затем, чтобы... Вот так. Даже если он сейчас вырубит мне моего Паноктуса, ему потом будет не сдобровать. А он делает, он вырубает, ребят.
Он вырубил мне Паноктуса. Раз, два, три, четыре. По-моему, так, да? Раз, два, раз, два. Меня больше волнует вот этот гибрид. А, 168 к атаке. Фигня, ребят. Все, ему крышка. Ну давай, давай. Пропускает ход, да? Специально. Ну что, проверим его на прочность. До свидания. Не выдержал мое испытание, ребят. Я его просто подловил. Ну вот и все. С этим заданием мы справились. Так, дальше нам нужно теперь три разных водных, да, взять. Так, опять 75 ДНК. Ну и еще разочек крутанем. Опять 75 ДНК. Да что вы мне сегодня ДНК одни даете? Так, значит, водные остались. Раз, два, три. Блин, хайнозавр, блин, слабоватый он, конечно, ребят. Слабый водник. Декодерма, Лептостега и Гелос. Блин, одни гибриды, прикинь. Одних гибридов мне насували здесь. Зашибись, лучше не придумаешь. Так, ты что, игра зависла, что ли? Не надо только этого делать. Давай, 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 прогружайся. Ну. Окей. Он уходит первым, да? Я его выигрываю только лишь по хпшкам. Но у него атака мощная. То есть я сделаю так и вот так. Он, наверное, Лептостегу возьмет. Скорее всего. Ну, конечно же. Ёпрст, 1238 к атаке. И атакует еще, прикинь. Блин, у меня в любом случае не получится вырубить его. Ладно. Посмотрим, что эта Лептостега сделает. Вырубает, понятно. Так. Генодус. А у Генодуса, по-моему, классовое преимущество, да, идет? Нет, у него идет классовая слабость, блин. Твою налево. Твою дивизию. Так, раз, два. Поехали. Ну да, ребят, вырубят, конечно, сейчас мне Генодуса. И придется Артакантусом как-то здесь все делает. Назло. Так, значит, у него 1317 хп. Все, он потратил. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай так попробуем. Готов. Ну и выползает Гелосмозавр. Все, ребят, здесь победа за нами. Он ничего не сделает. Он мне здесь ничегошеньки не сделает. А я его сейчас накажу. У него всего лишь 1660 здоровья. А у нас урона идет на 10 тысяч. Прикинь. На 10600, почти 700. Конечно, ребят, победа за нами. И мы двигаемся дальше. Так, сейчас у нас рулетка же еще будет. Две рулетки. Одна бесплатная, другая платная. Ну, за рекламу я имею в виду. О, 500 ДНК. Нет новых материалов.
Ну, побрили меня с рекламой, что я могу сделать. Так, сейчас заберем награду. Что у нас там? Еще 250 ДНК. Да что же вы мне опять-то тут забрать? Что я забрать? Я не могу здесь ничего забрать. А оно светится. Так, на рынке, ребята, выводим. Делаем быстренько три ускорения, которых нас попросили. Ой, не то. Давай, 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 быстрее. Так, поместили, этого поместили. И последнее ускорение. Все, друзья, задание выполнено. Выполнены все ежедневки. Открываем. Что нам тут достанется? Еда, деньги, баксы и ДНК. Хорошо. Плюс еженедельно тут что-то я смотрю. Опа. Пак, что ли, у нас? Ребят, я этот пак не буду сейчас тратить. Он нам понадобится, возможно, в следующей серии. Когда нам скажут: откройте, пожалуйста, три пака. Ну, как они обычно это любят делать. Ну, а у нас что? Во-первых, я сделаю следующее, ребят. Я, наверное, закажу территорию. Ну, на открытие, понятное дело, да? Я думаю, мне 68 баксов хватит для того, чтобы здесь отыграть арену. Ну, этот, дрожь земли. Поехали. Так, где ты у нас? Дрожь земли, дрожь земли. Так, сейчас будем, ребята, наверное, Пеликанептерикса возьмем. Афиокамима. И нужен хищник. Барионикс, пускай будет именно он. Сейчас я буду надеяться, что они дадут мне рептилию и травоядника. Хе-хе-хе. Смотри, опять же, ребята, мы далеко ушли, а дают нам слабеньких. Как они тут это делают, я не понимаю. Понятное дело, здесь вырубаем сразу с лету. Просто даже без разговоров. Аэротитан-то ватник. Так, лазух тоже для нас ватник, потому что у нас классовое преимущество. Наша птичка любит охотиться за ящеркой, да? Ну что-то там кривляешься, кривляка. Ты думаешь, это тебе поможет? Ютараптор сейчас тоже отгребет по полной программе, вот и все. До свидания. Кулазух, давай иди сюда, от меня не уйдешь. Если я уже взялся, как говорится, охоту делать, то буду ее делать по всем правилам охотника. Преследовать добычу до последнего. Ну конечно, конечно, ага. Вот ты разогнался, парень. Хлоп, и нет ящерки. Я удивлен, мы вроде бы поднялись как можно выше по лиге, а противников нам дали слабеньких. Но это рандом, тут по-другому, ребята, и не скажешь. Этот непредсказуемый рандом. Так, 41-я позиция. Ну, у нас еще есть с кем драться, так что мы, наверное, прилично сегодня поднимемся, по крайней мере, я так думаю. Здесь возьму трепиогоптера. Энеозавр пускай будет. И ну давай возьмем тиранозавра мод 2. Опять же надеемся на рептилий и на травоядников. Травоядники есть, а вот рептилий, к сожалению, нету. И трапиагоптер мы здесь будет как-то не в тему, если честно. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Я сомневаюсь. Ах ты, я думал, что он не будет ребят атаковать. А видишь, как получилось. Но все-таки рискнул. До свидания тогда, дядя.
Синоцератопс. Антаркопельта. Вышел. Ну тут 249 к атаке, конечно. Если он будет интересно атаковать, или подумает, что у меня будет. Ничего он не подумал. Сейчас мы будем эйниозавром его, наверное. Раз, два, три. Раз. Goodbye, goodbye. А у него спинозавр. 174 к атаке. И 453 хп всего лишь-то. Все, ребят, я думаю, тут даже обсуждать нечего. Че, выносим его? Че еще-то? Думает, я буду на него любоваться тут. Вот и все. Вот и скажешь, и конец, как говорится, а кто слушал, молодец. Наказали. Соответственно, переходим к следующему поединку и занимаем с тобой 23-ю позицию уже. Ну, дайте что-нибудь путевое. О, доллары. Е! 50 баксов. Нормально, ребят. Отбил, как говорится, свои денежки. Ну что, возьмем деплотатора. У эрхозавра и возьмем, наверное, карнораптора. Кстати, я давно хотел карнораптора на 40 уровень прокачать. Ладно, пока с анкилодоком разберемся, а там уже будет видно. Анкилодок 20, там у нас 30 уровень. Еще один созревает, то есть мы сделаем из него 40-ку. Ой. Что-то не в тему. Похоже, что все. Их песенка спета. Нет, парень, так дело не пойдет. Дико прогуляйся. И это раптор. 94 к атаке. Свежее мяско пришло к нам. Вырубаем, естественно. Так, и последний. Это у нас лабиринтозавр. Это гибрид, но он 16 уровня, поэтому он вообще ватник. Причем у нас классовое преимущество, так что тут... Хотя, если посмотреть на его тело, да, он такой, как в бронированных складках весь такой. До свидания, короче. Пока, складочка. Легче паленой репы. Какой она, с рожками такой. Он похож вот здесь, да, только здесь без рожек. На велоцираптора. Да что ты будешь делать? Я думал, что мы перейдем уже с тобой. Нет, еще не хватает чуть-чуть. Дают нам еду. Ну что, очередная битва. Тиранодон, анкилодок. И пускай, например, будет спинораптор. Кстати, спинораптор тоже у нас с 30 уровня. Его бы до 40-ки прокачать. Было бы прикольно. Раджозавр, Капразух и Эдафодон. Ладно. Я пока выпендриваться не буду. Я перетерплю. Тоже не стал ходить, да? А я атакую. Блин. Ну чего ты там жмешься, стоит? Опять ничего не стал делать. Раз, два, раз. Что-то он меня уже напрягает. Блин, как сделать? Раз, два, три. Раз. Готов. Просчитался, чувачок.
А вот и Капразух. Меняться, наверное, будет, скорее всего. Нет. Я тогда, ребят, в атаку. С удара выносим его. И выходит у нас Эдафозавр. Ну что же, Эдафозавр, давай посмотрим. 92 к атаке, ребята. Он просчитался. Силенок ему не хватило меня пробить, а вот у меня-то как раз хватает. Вот так, ребята, не зря птеранодончика мы качали на 40 уровень. Видишь, как пригодился? Один вырубил всех. Красавчик. Правда, у нас этих птеранодонов там накопилось уйма. Ну что, ребята, а вот мы и в охотниках. Сейчас будет уже, наверное, жесть. Потому что охотники — это предпоследняя лига, да? Опа. Меня сегодня балуют на баксы. Спасибо, игра. Значит так, возьмем Нундагозавра, Таникалагриуса и Апатозавра. Потому что тут уже высшая лига практически идет. Должны уже быть серьезные. Ну вот, видишь, Гаргозавр, Афиокамим и Литронакс. Здесь сразу с удара. Да, ну Нундагозаврик нам помогает. Так, Афиокамим. Да его тоже, кстати, мы с ударом можем вырубить. У него 423 здоровья, а у нас 595 атаки. То есть перекрываем мы. Раз, два. Я думал, что он защиту возьмет. И Литронакс. Что он нам сделает? Да ничего. Ребят, 137 к атаке. Блин, он, вот он похож на тиранозавра, но почему-то, ребят, такое ощущение, что он, знаешь, как будто оперение какое-то получает. Весь как-то в перьях, блин. Даже не назвать это шерстью. Видишь, как будто как перья. Странный Литронакс. Но наш Нундагозавр справился, это самое главное. Так, 85 место. Да ладно, редкий убийца набор. Спасибо огромное. Ну а кто еще может тебе выпасть, как Никулазу? Поехали далее. Эдиоморфодон. Эоламбия. И Раджастега. Блин, Эоламбия, конечно, хороша, но... О-о-о, здесь... Блин, ты посмотри, каких слабых дают этих, ребят. Мы почти на высшей лиге, и нам дают каких-то 17-22 уровня. Что за фигня, ребят? Я не знаю. Вырубаем, конечно же. Тут один у нас Эдиоморфодон справится со всеми. Что-то еще тут выпендривается, ты посмотри на него, а. На-ка. Хорошо пошло. Бажигерпитон. Бажигерпитон. Нифига название такое. Ха. Смотри, какие у него лапы смешные. Смотри, какие. Как... Знаешь, кого напоминает мне? Лапы, как у... Как у жаб есть у некоторых такие лапы. Харя крокодил, а лапки, как у жабы. Интересный гибрид такой. 75 место, да? Загадка. Почему нам не дали тот пока? Который я очень жду. И которого никак не дождусь. Ну что, анкилодок, диплозух и индоминус.
Так, Индоминус у нас скоро будет 30-го, ребята, уровня. Хотя мне сказали, ребята, что лучше его не прокачивать до 30-ки, иначе тебе будут даваться очень сильные противники. Так, ну что, посмотрим. Эниозавр, я сомневаюсь, что он пойдет в атаку. Пойду быстрее я. Так, Нундагазух. А, нет, Нундазух. Нундагазух — это другой немножко. Меняется. Ага, анкилозавром 2. Проверим тебя тоже на прочность. Ах ты, выдержал. Выдержал мою атаку. Да он меня не пробьет все равно. Так, а я все-таки попробую еще влупить. Нормально. Так, ну да звук. Ему придется, наверное, все потратить. Да и то не факт, что он меня вырубит. Ну, максимум 1500 выбьет из меня. До свидания. На что он там рассчитывал, я не знаю. Куда он там скирдовал свои очки действий, без понятия. Красавчик. Просто красавчик. Нам бы хотя бы до 50-го места добраться, было бы уже неплохо. Но это вряд ли, ребята, получится, потому что у нас последний бой. Да, исторический парк нам выпал. Последний на сегодня, ребята, поединок. Я думаю, тут, наверное, птеродактиль всех сможет уничтожить. Плюс у нас тут Индоминус еще. И есть Тупуксуара, Уйнари... Блин, ты посмотри, а? Травоядников очень много. Как раз под Индоминуса, да? Ну что, сразу вырубим Тупуксуару эту. Мы даже можем у Неринха вырубить. Но я сделаю немножко по-другому. Вот так хочу. Рискнем. Понял. Интересно полюбоваться на них. Что они будут делать вдвоем? Два травоядника. Понятно, что ничего не будет делать. В топку. Тут, как говорится, ребят, разговор короткий. И зал Максес. Давай. Последние твои действия. Ну, молодец, не испугался, хотя бы в атаку пошел. Вот и все. Ну, друзья мои, что смог, то и поиграл сегодня. Полтинник будет? Ну, почти. 54 место, ребят, получил. Здесь мы забираем 600 ДНК. Погоди-ка. Погоди-ка, секундочку. Я просто хочу проверить. А если, например, я возьму остатки, которые у меня есть. А, нет, тут, ребят, травоядники, понятно. Я думал, хотя бы там есть хищники или еще кто-нибудь. Ну, а нету никого. Но все равно, ребята, я считаю, очень даже все неплохо. Так, кого нам можно так, что-то у нас тут разместить. Пускай будет стоять. Хоть нифига у нас тут их. Еще один, что ли?
Так, это у нас пак. Я его трогать пока не буду. Опа, опа. Так, друзья мои, 9000 накопил. Накопил. Открыт новый босс. Что, ты сюда не помещаешься, что ли? Красота. Красотища. Так, новый значок, говорят, забрать. Это какой же у нас там... Блин, подожди. Ага. Слушай, а что, у меня этого нету глиптодона? Я думал, что у меня есть глиптодона. Ну, тут дофига. Кстати, мы же хотели метриолонга делать. Блин, а мне нужен метриоринг 40 уровня. Метриоринг 40 уровня. А он у меня какого уровня? Дай-ка я гляну. Так, он водник у нас, амфибия, да, идет. Метриоринг. Перейти. Ага. Он у нас еще и янтарь, оказывается, требует. Максимум сейчас я могу получить, это 30 уровень. Ну, это мало, 30 уровень. Нам нужен 40-й. Ладно, друзья мои, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.